И всем привет, с вами Александр Сучков, и сегодня мы будем дальше проходить нашу игру, а именно Sword with Saves. И мы будем это все проходить. Так, сразу нажимаем сюда, мы будем проходить Харбор, Сити, возможно, Сити. Давайте Сити будем проходить на Нормале, но на Харде. На Харде, потому что Хард это не то, что мы проходили. Так, должны выйти отсюда. Думаю, там врагов-то не будет. Нет, там один. Там уже вышел. Видите? Так, здесь есть. Так, здесь уже сложно побеждать их. Как мне? Вот это место подел уже.
Да, не, никак не попал. Он бежит, бежит, бежит. Бежал. Ни хрена он. Молодец, пипец вообще. Смотрите. Аниме полисакон. Еще один бежит, смотрите. Молодец вообще. Так, то есть у меня бесконечность ХП, только не надо, чтобы они долго стреляли. Спасибо. Я войду в это окошечко. Меня спалили то, что я вошел. Они меня спалили, точняк. Что? Я так уверен. Так, тут я всех слил. 18 человек еще осталось. Спалил? Кто-то все равно меня палит. Это видно по желтой штуке. Вот я меня, значит, уже спалил. Ни хрена, он сразу меня мог убить. Осторожнее надо быть. Так. Хедшот. Кто спалил меня? Кто? Эй, лох. А он палит. Давай, давай, давай. Здесь все равно через дверь уходить. Че, не пошел? Не там где-то. А вот даже вот меня уже спалил. Блин. Тварь! Так, все, я уже все. У меня это, лимит ХП. Потому что вот. Опа! Так. Осторожно ходим. Лучше один из врагов, вот. Ну, этого я солью сразу. Это уже понятно, потому что у меня у самого меч. Как-то меня сложно. С автоматами. Вот, я их даже вижу. Услышал меня гадина. Тихо, вот, видел. Видит, видит. Так, этого у меня нет. Стойте, есть. Почему так сделалось-то, блин? Ладно. Давайте еще раз. Последний раз. Давайте попробуем. Сразу слил. Да ладно. Все-таки я должен победить. Я уверен. Почему? Так все хорошо шло. Так, нет никого. Никого. Никогда никого нет. Надо сливать снайпер. Самое главное дело. Так. Так, меня уже спалили, видать. А это я тупо сделал. Да. Да, я знаю, что это тупо это сделал. Это как так-то, блин? Напали сразу. За 7 секунд меня все убили. Так, значит, сначала валим тех, кто... Да как так-то он умер? Сразу убивает за 5 секунд. Да вот, чего не могу понять, вот. Как так они мощные? Вот как так? Сразу 5 секунд и все. Так, где я? Я здесь. Давайте. Пробую. Снайпер спалит, блин. Так, побежали. Почему? Вот почему, я не понимаю. Как так-то они меня мочат, я не понимаю. Ч
чё, никаких там нету читов, кодов, я не знаю. Пройти-то это как? Как это пройти, я не понимаю. Как это проходить? Как это проходить? Да он вообще капец, я не знаю, как его победить. Эти автоматчики, пипец. Вот эти, которые с оружием еще. Вот этот с дробовиком, он сразу со второго выстрела может меня свалить. Вот, все. То есть, это все, это вообще нет смысла. Вот, хопа, он уже меня ранил. То есть, если меня попаду сейчас еще раз, все, то есть, я уже проигрываю. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все нормально. Все, он вес. Нет. Еще не... Так, кто? И откуда он взялся, я не понимаю. Все, тут я начну, наверное, уже свое суперки. Суперубийство, так. Там я кого-то слышал. Тут никого нет никогда. Тут идеальное прям место для убийства, ладно. Тихо, тихо. Пошли дальше. Главное тихо ходить. 32 осталось. Я не знаю, как, но он меня убил. Давайте последний раз. И сейчас ничего не получится. Я прям убил снайпера. Кто меня там слил так? Жестко. Так, тихо, тихо, тихо. Берем. Сейчас сольет. Блин, гад. Так, у нас есть автомат, значит. Так, у нас еще есть эти. Так, давайте автомат. Тихо. Я думал, я его не солью. Это реально было сложно. Один патрон остался. Где мой этот? Так, это моя вижу. Тихо, спалил меня. Один патрон. Все. Так, автомат остался. Чё? А, это два эти. Понятно. Я понял. Так. Пока что мне везет. Так же, как везет в первый раз. Всё, спалил меня. Нифига пошли патроны. Так.
рядом, прям здесь. 10 лет примерно. Пошел нафиг. Упал. Я помог туда пробежать, но я что-то. Человек остался. Вот сюда проверяем. Там никого нет. Идем дальше. Вниз. Сюда. Слышает. Плевать! Ладно. Не в этот раз, видать. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вас. Пишите комментарии под видео, всем удачи и всем пока.